разменивайте купюры незнакомым лицам. Если вам пытаются сбыть поддельную купюру и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы злоумышленника и обратитесь в полицию. Санкции, предусмотренные статьей 186 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.